Друзья, приезжая на курорт, люди хотят отдохнуть, набраться эмоций и впечатлений. Но иногда их можно и перебрать. Итак, Светлогорск, пляж, 5 часов утра. Мужик, ты что лежишь-то? Сам встать сможешь, Отдыхаешь здесь? С кем? С женой отдыхаешь? С кем? Олеся. Жена Олеся? Олесь. Кто такая Олеся? Как птицы кричат. Понятно. Понятно, в караоке был. Ладно, проверь карманы, может, у нее документы с собой. Фу! Фу! Чё там? Там плов! Ёлки-палки! Вон, смотри, кошелек. Абонемент в фитнес-клуб. Фитнес-клуб? 2005 год. А, ну да-да-да, тогда да. Так, смотри, телефон у него. Давай наберем последний вызов. Алло, здравствуйте, полиция беспокоит вас. Алло. Я говорю, здравствуйте, полиция вас беспокоит. Олеся. Что? Как птицы кричал. Да какие нахрен птицы? В Поднебесье. Да вы достали уже. Что нам с ним делать, я не знаю. Не знаю. Че? Ну-ка. Благодарственное письмо бригадиру стройки Янтарь Холл за вовремя сданный объект. Мы начинаем капать.